Итак, обещанного не два года, всего лишь две минуты ждут. Значит, коллеги, еще раз доброе утро. Доброе. Ваша задача точно такая же. Дать возможность Кате максимально четко... Не тупить. ...значение определения того слова, которое вы увидите. Ну, а тебе, Катя, дать правильный ответ. Итак, кстати, предыдущая команда справилась с этим заданием за 1:18. А мы на время? Ну, да. Две минуты вообще дается. А, мало ли, будет какое-то слово, где... Мы справимся за какой-нибудь букс с Катей испытаем. Поэтому смело можно сказать, испытает. Давайте дальше. Итак, секундомер запущен. Слова, поехали. Получают деньги когда? Но маленькую зарплата, часть. Зарплата, гонорар? Перед маленькую аванс часть. 5-го, да. Аванс 25-го. Все рассказала. Ну да, это наш проект. Там была коробка специальная для этого. Господи, мы помогали животным. Внизу стояла. Добрая рубрика наша. Почти. Как это? Господи, как это называется? Телефонная, ты заходишь туда, мы позвоните. Будка добра. Будка добра есть. Дальше. У нас Сережа любит с него снимать очень классно. Квадрокоптер. Квадрокоптер. Дальше. Маленький микрофон. Петличка. Петля. Еще. Муха. Муха, хорошо. Идем дальше. Твоя проверка. Понятно. Твоя жизнь. Это любимое слово Вани, потому что когда составляется график работы, он говорит, наша выходить, когда на эфир нужно. Смена. Да. Это мое нелюбимое слово. Дальше. Ты на взрослом конкурсе ее загадывала. Вопрос, загадка. Девушку. Оля Тепляшина. Да, молодец. Есть ответ еще. Медицина, уколы, эксперт. Вопросы доктору. Рубрика «Надо фамилию». Автор. Доктор Хиновкер. Да. Еще. Это рубрика про тех, у кого есть коллекции. Дома. Господи, как она же коллекционеры. Увлечение. Хоббики. Да, молодец. Да. Еще слово. Опять? Да было же уже. Все было, вы справились. За сколько, коллеги? За минуты две. Минута 27 минус на мои комментарии. В принципе, вровень. Поаплодируйте друг другу. Мы старались. Я пару моментов ставлю по поводу смены. По поводу смены. 20 лет подряд была очень простая, понятная практика. Ну, время зарплаты. Ребята. Скиньте, сколько у кого было эфиров в месяц. Пришла новая. Не я. Ну, другая там, коллега. Другая. И такая пишет там полгода назад. Ребята, скоро зарплата. Скиньте, пожалуйста, сколько у вас было смен. Смен же. Что? Я говорю, мы что, на заводе? Ну мы меняемся. Мы же. Что, смена, заводчане? Смена. Ну, в общем, да, не стоим на месте. Да. И эфиры, и смены — это то, ради чего мы просыпаемся ранним утром. Мы приезжаем, работаем, приносим вам удовольствие и даем правильные ответы на вопросы. Молодец. Сегодня наша смена! Да, именно так. Продолжаем эфир.